Поддержка друзей и слова о боцмане. Многое происходило в эти дни. Друзья, от всего сердца большое спасибо всем, кто поддерживает нас и помогает выжить домашнему мини-приюту Людмилы Черницкой. Спасибо вам огромное за вашу неоценимую помощь и поддержку, благодаря которой мы все существуем. На неделе, кроме обследования хвостиков и лекарств, были куплены 150 кг куриных спинок, 50 кг говяжьей обрези для наших питомцев, а также бумага и белизна. Огромное спасибо девушке Алене за мешок корма и патчи для наших больных котят, а также ветошь и бумагу. Сейчас очень сложное время для каждого из нас, и Людмила Чернецкая безмерно благодарна за то, что вы помните и не бросаете нас. Друзья, мира нам всем и здоровья! Спасибо! Спасибо вам за все! Но в эти дни произошли не только приятные события, к сожалению. У нашего боцмана больше нет. Где взять хозяйки силы это все пережить? Как? Почему? Откуда взялась эта зараза, которая забирает ее хвостиков одного за другим? Наш рыжий котик, прости маму за все. Не уберегла она тебя. Спи спокойно.